как успокоиться? Я еще не готова. Быть мамой. 什么？我这小妮子终于要怀上小阿南了吗？大家都知道，自从我和小达莎结婚以后，这小妮子已经圆润了好几圈了。虽然现在天天去健身，但是却没什么效果。这小妮子天天是对着镜子发愁啊。他俩说反故事呢。В смысле, я поменьше сейчас покушала. И спортом занимаюсь почти каждый день. Почему они уходят? Только побольше, побольше. Ну, не знаю, может, она беременна. Смех渐渐消失, как будто заметила что-то удивительное. А что? 10-е? Ага. У меня прошлый месяц уже 5-го числа были. Плюс раз? Да. Да ну нафиг, ты чё? Такого быть не может. Нет. Как не то, что будет? 5 дней назад должны были прийти. Ты сейчас можешь в аптеку, пожалуйста? Я покупать, что ли? Да. Я не хочу. Я мужчина, а я за тем, что дальше мы хотите вот эту фигню купить. Если твоя жена беременная, ты не можешь сходить.这一遇事儿就慌，今天这要不给他去买呀，他得焦虑一整天。Это хороший, точно? Ну, сказала, вот только вот это мы есть. Все, я пошла. Пальцы держи. И пока я не выйду, вот так вот держи, понял? Какая? Ты меня понял? Все. 不是，我就不明白这啥意思，伸手举着。就这样大概举了五六分钟，这小妮子终于完事了。Скажи. Одна. Ты мне кажется вообще. Иди за жопу, а. Иди за жопу, а. Зачем только один тест купил? Я же тебя попросила купить два. Это самый дешевый, самый плохой, если это не точно. Как и не точно? Надо всегда покупать 2-3 теста, потому что иногда тест может обманывать, понимаешь? Ага. Ага. Мне это не точно! Нету. Это даже не 100%! Он самый дешевый, самый неточный, надо в больницу! Вставай! Помогай! Все, быстро вставай! Я серьезно, мне надо к доктору точно проверить, чтобы точно сказал. Полетели! Не поехали, а полетели, Миш! 兄弟们，我算是服了，看来只有再去医院检查一下，才能让这小妮子彻底放心。Все приехала. Все, побежала. Ты меня здесь сиди, жди, понял? Почему? Туда не ходи. Я сказала, я тебя убью. Все. Меня здесь сиди, за мной не ходи. 2000 years later. Все. А что там? Почему? В смысле почему? Ты должен сказать вау. Хорошо. Что, беременна или нет? Нет, иди в жопу. Какой беременна? Точно? Точно. О, я не беременна. Я просто жирная. 行了，兄弟们，这小阿南呐，咱们再等等吧。这小妮子只是单纯的胖了，这一天天的啥也不是啊。